Фестиваль мастера музыки – это площадка развития творческой молодежи и их наставников, преподавателей, приезжающих в Москву из разных регионов России. Программа фестиваля рассчитана на то, чтобы каждый участник за неделю фестивального интенсива поднимался на новую ступень своего профессионального развития. Информации и советов. С фестиваля уезжаешь просто другим человеком. Очень здорово, что и после фестиваля команда оказывает участникам личную поддержку и всегда можно обратиться за профессиональной помощью. Этот проект помог мне не только повысить мой уровень вокала, но и вырасти духовно. Я пересмотрела свое отношение ко многим вещам и, наконец, поняла, чего я действительно хочу. Творческая атмосфера фестиваля мастера музыки подарила вдохновение, много новых идей и желание развиваться и расти. Мне посчастливилось стать участником фестиваля мастера музыки, фестиваля, который собрал в Москве очень талантливых, очень интересных юных музыкантов со всей России. Остались только приятные воспоминания о той, в первую очередь, дружеской атмосфере, которая была между участниками буквально с самого начала. Также о тех наиполезнейших семинарах и лекциях и о целом ряде мастер-классов от одного из лучших гитаристов России Дмитрия Николаевича Илларионова. Отдельное спасибо хотелось бы сказать за возможность посещения концертов в лучших залах Москвы и Третьяковской галереи. Для меня фестиваль мастера музыки – это дверь в необычайно творческий мир. Дверь, которая расширила границы моего восприятия мира музыки. Фестиваль мастера музыки научил меня мыслить креативнее и приспосабливаться быстро к любым обстоятельствам. А еще я осознал все свои недостатки и продолжаю над ними работать. Знаете, для меня это просто фантастика – сыграть на одной сцене за одним роялем с профессором Московской консерватории Александром Александровичем Вершининым. Для меня очень ценно, что команда Госпроджектс поддерживает общение со всеми участниками прошедших фестивалей и помогает нам в профессиональных вопросах. С 2013 года я являюсь постоянным участником проекта Goch Projects. Начав в качестве студента, уже сегодня я даю свои собственные мастер-классы и играю премьеры своих произведений в рамках фестиваля. Мастера музыки делают из нас мастеров жизни.